Доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Рада вас приветствовать, пока все выходят. Можно потом будет в записи, я надеюсь, посмотреть на моем канале YouTube или здесь в моем Instagram, Елизавета Майкапро. Всем доброе утро, кому-то добрый день, кому-то добрый вечер, кому-то доброй ночи. Я знаю, что мои подписчики со всего мира, аудитория моряки 30 стран русскоговорящие. Спасибо вам большое. Я прошу прощения за то, что неделя интересных историй немножко прервалась у нас, но сегодня я вам расскажу две темы, которые мы пропустили. Знаете мой плотный график, поэтому пришлось срочно улететь. Вот, и так получилось, что все это время я была в самолетах, поэтому сейчас расскажу вам две темы, которые пропустила. И очень много в директ спрашивали о Мексике. Hi. Очень много спрашивали про то, что клиенты задают много вопросов и смотрят также прямые эфиры и покупают потом продукцию. Я очень рада, то, что ваши клиенты смотрят, то, что они покупают у вас продукцию после таких прямых эфиров. Неделя интересных историй – это тоже будет наша добрая, интересная традиция. Хэштег Елизавета Щербакова. Елизавета Щербакова обо всем у нас так и остается, это будет наша новая рубрика. Вот присоединяются с других стран не только русскоговорящие, так как сейчас запущена третья онлайн-школа «Кожа класса люкс мировой бренд» с субтитрами на английском языке. Субтитры появляются только у иностранных граждан, те, кто оставляют запрос на английском языке. Ну и, соответственно, очень много будет выходить, поэтому я, скорее всего, буду вести иногда на английском, иногда на русском. Я не знаю, как это будет в практике, но одна девушка из Бразилии проходила обучение, скоро будет кусочки здесь из онлайн-выпускного, мы вот сделали, да, недавно выпускной не с русскоговорящими, конечно, было интересно, все из разных стран, ну и вот она говорит, я, наверное, буду учить русский после твоего курса. Вот, ну это, конечно, весело, может быть, это шутка, но тем не менее, все, кто выходит, я разговариваю и обучаю на русском, а субтитры идут на английском. Можно остановить, перемотать, там все очень понятно и подробно написано. Вот, поэтому у нас не только русскоговорящие, а теперь присоединились еще девушки из разных стран, и я этому очень рада. Ну и так их было много, и всем привет, особенно пятерка, это у нас Германия сейчас лидирует по онлайн обучению, Америка, Великобритания, Казахстан и Украина, то есть это 5 стран, вот, ну как бы там есть и русскоговорящие, да, но тем не менее приходят на обучение не только из России, а из этих стран, это пятерка. И статистика начинается от 20 человек, поэтому я очень рада, что у нас 30 стран, не только русскоговорящие уже. Ну что, в этом прямом эфире хочу рассказать вам про тональные основы, про крема CC, про рассыпчатые минеральные пудры и про компактные. У нас объединилось с вами две темы, значит, смотрите, сейчас буду рассказывать, показывать подробно, я уже говорила, как подобрать, что за тональные и так далее, это все есть на моем канале YouTube, а также я могу сейчас рассказать и ответить больше на ваши вопросы, то есть, что вы часто спрашиваете. Так, ну самый первый популярный вопрос, как подобрать себе тон и чем, и как, если та палитра была такой оттенок, то сейчас оттенок уже другой, какой оттенок подобрать для своей кожи. Я могу сказать, что здесь все очень легко и просто, все тональные поделены на теплые и холодные оттенки, также есть нейтральные и также есть для жирной комбинированной сухой нормальной кожи. Значит, смотрите, вот у нас фиолетовая полосочка, это для жирной комбинированной матирует, но это для совсем новичков, да?
И розовая полосочка – это сияние кожи. То есть это сияющая тональная основа. Я их смешиваю между собой, то есть моя кожа жирная и комбинированная, так как я часто бываю в разных регионах, в разных климатах, вы все это знаете. Кто недавно мне подписан, можете зайти на мой официальный сайт elizaveta-makeup.ru, прочитать там подробную информацию про меня. Я вот, например, сейчас для себя сделала влажное скульптурирование. Я пользуюсь, так, сейчас у меня на лице Ivory N160, его в России нету. Ivory N160 это нейтральный оттенок. И второй темный оттенок у меня идет, это беж C220, то есть это холодный беж. Это две матирующие тональные основы. Так как моя кожа жирная комбинированная, для того, чтобы ее сматировать, я использую вот эти продукты. Например, в эти выходные у меня будут курсы в Барнауле. И в Барнауле, конечно, там достаточно холодно, минус 26, я вот сейчас смотрю. Я буду использовать сияющую тональную основу вместе с матирующей. То есть я сначала нанесу матирующую на все лицо, я сматирую полностью, чтобы убрать жирный блеск, выровнять тон лица. И потом добавлю сияющую тональную основу на внешнюю часть, чтобы не полностью всю кожу стянула и сматировала, чтобы здесь было легкое сияние и кожа была такая, ну, более мерцающая, подтянутая, ухоженная, да? То есть я буду их смешивать. Также я рекомендую всем тем, кто живет вот именно при таком холодном климате. Это первое рассказываю своего опыта, да. Теперь отвечаю на ваш вопрос, какой оттенок подобрать. Ну, здесь нужно пробовать разные оттенки, нужно хотя бы иметь. Во-первых, вы определяетесь, у вас больше беж или айвори, ваша тональная основа. Ну, для славянки, конечно, будет больше айвори, то есть вы берете айвори оттенок, это будет, допустим, там или нейтральный цвет, это будет, или, допустим, там самый светлый, да, но мне нравится в новых тональных основах, что они подстраиваются под текстуру и пигмент кожи. То есть, например, я беру оттенок N160, ну, можно там 150 или 140 в России есть. Смотрите, моя кожа немножко желтоватая, он идет нейтрального оттенка, да, то есть он такой нейтральный, они все уходят в оливковый и в серый подтон. Я его могу нанести, он будет казаться немножко светлым на моей коже, но вот сейчас он уже подстроился под текстуру и пигмент, и он не смотрится таким... таким белым и серым, да, то есть он все равно подстроился, и он уже более такой элегантный и натуральный смотрится на коже. Также могу сказать, что подбирать, во-первых, вы определяетесь, да, какой у вас айвори или беж, или бронз, может быть, у кого-то, но это опять же в России нету, но вот, допустим, бронз, да, это уже у кого-то там супер темная кожа. Вы выбираете для себя, второе, по типу кожи, ну и третье, соответственно, нужно как минимум хотя бы два иметь тональных. Вот один тональный, когда у вас есть один тональный. Это, конечно, хорошо, но я всегда за многослойное нанесение уходового декора. То есть, когда вы наносите несколько продуктов, вы получаете гарантию, что у вас на лице будет стойкий макияж 24/7, кожа в состоянии ухода, вы не чувствуете тяжесть, там еще что-то, у вас легкость, кожа дышит, и везде можно в зеркало не смотреться, и получаете вот такой классный эффект, да. Ну и в этом уже убедились 18 тысяч участниц, нас даже уже больше, все, кто были на моих авторских курсах. Я предлагаю иметь две тональные основы, то есть первую вы берете как за базу, а вторую, которой вы будете моделировать лицо. То есть вот, например, опять же, вернусь к тому, что я себе наношу Ivory N160 и перекрываю полностью все лицо бьюти-блендером, это плотное нанесение, влажный бьюти-блендер, хорошо отжатый. И цифру 3 я беру темный оттенок, это оттенок беж, про который уже говорила. И также или нанесением airbrush, это когда аппликативно вот так вот я перекрываю, наношу щеточкой, да, и потом аккуратно растушевываю, чтобы получить рельеф на своем лице. Или просто этим же бьюти-блендером аккуратно наношу там с косточку вишни и также аппликативно наношу сюда. Две тональные. Вы улучшаете текстуру кожи, вы получаете лифтинг-эффект, рельефное лицо, и ваша кожа находится в состоянии ухода с терапевтическим эффектом. То есть это не просто тональная, а тот, который улучшает
улучшаю текстуру кожи. Поверьте, за 15 лет опыта обучения работы в разных странах, и работаю я сейчас с брендами, которые разрабатывают палитры, я уже рассказывала, 17 Radiant, это греческий бренд для славянской кожи, это моя тема, да, все равно такого ухода не получишь, то есть трудно найти тот декор, который будет улучшать текстуру кожи. Если спросите, тоже задают вопрос, есть ли альтернатива? Да, альтернатива есть. Можно купить, например, в Dior очень красивые есть тональные, но это разные текстуры, абсолютно другой способ нанесения. И также мне еще нравится в Estée Lauder, очень классные, это самые популярные у них тональные, которые делают мягкую растушевку, перекрывают и так далее. То есть, но здесь, опять же, если касаемо России, даже стран СНГ, то когда вы берете, вы покупаете уже эти тональные по супер доступной цене, и ваша кожа находится в состоянии ухода. Так, теперь отвечаю еще на один вопрос по поводу кремов CC. Крема CC отличаются чем-то от тональных основ? Конечно, не отличаются. Это вот честно странный вопрос. Это CC, это тональная основа, уже по названию отличаются. Чем они будут отличаться? Тоже часто очень много задаете такие вопросы. Крем CC – это тонкая текстура, подстраивается под пигмент кожи. То есть, например, если кожа белая, очень много веснушек и пигментации. Мы хотим перекрыть. Ну, мы хотим перекрыть эту пигментацию. Что мы делаем? Мы берем тональную основу, наносим плотно. Да, она смотрится красиво, но она не все перекрыла. И кому-то это будет плотновато, если еще добавлять несколько слоев. Вы берете крем CC, вы перекрываете один раз. Да, у вас все перекрывается. Кожа становится более естественной и ровная. То есть это больше подходит для, ну, как раз таки, для тех, кто любит более тонкое нанесение. И для тех, кто хочет перекрыть какие-то неровности. То есть он прям идет спасение. Теперь отвечаю дальше. Ну и от себя немножко добавлю. Это питание, это увлажнение. То есть когда холодный климат, лучше кожу питать. Когда климат жаркий, лучше кожу увлажнять. То есть, например, если вы находитесь в холодном климате, используйте больше питательные тональные основы. Если в теплом, то увлажняющие. Также можно их совмещать между собой где-то на какие-то зоны. Смешивать между собой, ну, теоретически, да. Но я это не практикую ни для клиентов, ни для себя. Вот, теперь рассказываю, как можно наносить. Значит, влажным бьюти-блендером, хорошо отжатым, получается плотное нанесение, тональные основы, крема CC. Я рекомендую всегда наносить зоны скул, то есть вы начинаете от периферии к центру плотно. Все, что вы начинаете наносить, касаемо тональных основ кремов CC, от периферии к центру. Растушевка идет от центра к периферии, это дает лифтинг-эффект. Это придает рельеф лицу, кожа становится более гладкая, подтянутая, и вы и ваши клиенты никогда не запутаются в способе нанесения. То есть это уже гарантия для любой категории, для любого возраста, любого цвета кожи, любого вероисповедания, короче, для всех. Нанесла, и все у тебя смотрится красиво. Даже для тех, кто близко не видит, вы можете использовать бьюти-блендер, аккуратно носить и тушевать. Вторая кисточка, по которой задаете вопросы, это средняя плотность нанесения. То есть вот эта кисточка для тональной основы, Beauty Blender плотная, это средняя контрастность. Есть три контрастности. Плотная, средняя и тонкая. Вот это средняя плотность нанесения. То есть вы наносите, и у вас получается тонкий-тонкий такой слой, но он перекрывает какие-то неровности. Да, классный продукт, хорошо тушует вот носогубные складки, где-то вот эти зоны. У кого есть мелкие морщинки, я рекомендую вот таким образом аппликативно проходить и не втушевывать круговыми движениями. Ну и третья щеточка, кисть, щетка. Эту технику я называю airbrush, то есть можно вот так вот немножко похлопывать, делать такой лимфодренаж, а также наносить вот такими вот движениями, то есть вот так вот аппликативно. На курсах сейчас я рассказываю про эту технику airbrush в макияже глаз, в тоне лица, бровей и так далее. То есть это очень круто, но это тонкий способ. Вы можете любой продукт наносить. Ну, ответила на все ваши часто задаваемые вопросы. Так, CC сверху на тональную основу для перекрытия веснушек. Лучше сначала CC, потом тональную основу. Привет, Казахстан! Доброго утра!
Не по теме, какие тени. Тени у меня сейчас это не тени. Это пудра нежный жемчуг. Пудра нежный жемчуг, и основа у меня вот эти тени, которые розовые, жидкие такие из американской коллекции. Теперь переходим к теме рассыпчатые и минеральные пудры. Значит, смотрите, ну рассыпчатые минеральные пудры. Здесь у меня два светлых оттенка представлено. И есть еще два моих фаворита, это темные. Это бронз и беж 4. Это тоже из американцев. Ну и Америка, Германия, да, вот эти оттенки. То есть светлые и темные компактные пудры. И также у меня есть еще рассыпчатые минеральные пудры, которые я очень люблю. Это Ivory 05, это очень светлый оттенок, он есть в Моряке Америка. И Ivory 2. Вот, это две пудры, которые сейчас у меня на лице и которые я применяю. Также многослойное нанесение. То есть у меня основа праймер, две тональные основы матирующие, две рассыпчатые пудры, одна компактная пудра, хайлайтер и румяна. Вот это весь мой контуринг сегодня. Ну, то есть это приближено к влажному скульптурированию из моей книги «Кожа класса люкс». Теперь смотрите, рассыпчатые минеральные пудры и компактные минеральные пудры. Часто задаете вопросы, в чем разница? Разница в текстуре. То есть у них разные текстуры, но одинаковый состав. Вот рассыпчатая минеральная пудра, у нее очень крупный помол. Когда у нас есть вот такие вот мимические морщины, глубокие поры или какие-то неровности на лице, если я начинаю наносить рассыпчатую минеральную пудру в эту зону, что я получаю? Я получаю подчеркнутый рельеф. То есть вот эти крупный помол, он забивается туда, но он до конца не оседает. И где-то ровно, где-то неровно он лежит. Когда я наношу компактную минеральную пудру, там идет мелкий помол. То есть я наношу плотно, много, мало. Он оседает в эти неровности, заполняет, и кожа становится более гладкая. Если это бытовой способ нанесения, то есть, например, вы используете пудру тональную румяна, все, ваш макияж на этом закончился. Я рекомендую использовать так. Рассыпчатую минеральную пудру наносить от периферии к центру лица, потому что здесь чаще всего гладкая кожа, а тут есть какие-то неровности, ну, если брать славянскую, да, кожу или азиатку. Сюда мы нанесли плотно, сюда затушевали более светлое. То есть тут плотно у нас идет, здесь уже более тонкий способ нанесения, и уже вы получаете и лифтинг, и кожа более гладкая, и тут более гладкая. Если вы начинаете с центра, вы подчеркиваете все эти неровности, которые у вас есть, и, соответственно, все это подчеркнуто, потом вы пишете вопрос, у меня расширенные поры, морщины видны, что мне делать? Выберите для себя другой способ нанесения. Ну, а если это профессиональный способ нанесения, то есть, когда вы используете там 10-12 продуктов для создания тона лица с терапевтическим эффектом, то тогда для неровной кожи мы используем компактные текстуры, а для ровной кожи мы используем рассыпчатые. Ну, и также рассыпчатые минеральные пудры, вот, например, Ivory 05, я наношу на внутренний угол глаза и под хвостик брови. То есть, я наношу, растушевываю вместо теней. Очень круто смотрится. Свежо, натурально, и можно также заменить на Ivory 1, но она немножко темноватая. Так, ну, в принципе, все, ответила на ваши вопросы. Все, что вы часто меня спрашиваете про тональные, про рассыпчатые минеральные пудры, у нас с вами есть еще минут 15-20, можем с вами поболтать. Я очень рада всех приветствовать, кто присоединился. В записи постараюсь сохранить, конечно же, прямой эфир. Вот. Так, ну давайте, задавайте вопросы, что вам интересно. В принципе, это вот самое популярное, что вы спрашиваете всегда про тональные основы, что вы спрашиваете всегда про крема CC. Ну и опять же, вот три щеточки, да, три продукта, которыми можно наносить. Очень красиво, спасибо. На какой основе тональные крема? Это вопрос уже с ответом. Как вы думаете, на какой основе тональные крема? Какие основы бывают для тональных кремов?
Спасибо огромное, спасибо, доброе утро, Лиза. Пожалуйста, я очень рада, что вам понравилось, но вы все равно задавайте вопросы, пока у нас есть время, что вам интересно. Но благодарю за ответ, макияж супер, спасибо большое. Смотрите, вот все равно в косметичке имейте как минимум 4 влажные текстуры, которые подойдут. То есть вы берете крем CC и вы берете тональную основу. То есть, допустим, у вас 2 тональные основы и 2 крема CC, это по-любому. То есть, если вы хотите, чтобы состояние кожи у вас улучшилось, то я рекомендую использовать несколько продуктов. А, Лиза, расскажите о составе пудры Sheer Dimensions. Ну, я не знаю, какой там состав, я не создаю эти пудры, поэтому не могу вам сказать. Силиконовая и водная. Отлично. Малярные мешки надо затемнять или высветлять? Хороший вопрос, но он не по теме, сейчас отвечу. Значит, смотрите, мешки уходовой декоративной косметикой, например, если они темные, да, очень часто многие говорят, нужно светлым перекрывать. Окей. У нас есть мешки, они немножко темноватые. Мы берем светлый консилер, который есть в Marie Claire Sea Deep Ivory, и наносим его на эти темные мешки. Что мы получаем? Мы получаем серые, фиолетовые, синие и так далее мешки. То есть они как бы не убрались. Странно, да? Все, нам консилер не подошел. Почему? Потому что уходовая декоративная косметика подстраивается под текстуру пигмент кожи. То есть у нас вот эти неровности, они подстраиваются вообще как бы все под текстуру пигмента, это уходовый декор, он улучшает текстуру кожи. Это не грим, это не маска. И если я возьму, например, среднего класса или профессионального класса консилер, корректор тональный, да, я нанесу сюда светлый, это будет смотреться красиво, и он как грим перекроет, но он не улучшит состояние моей кожи. А если я возьму, например, персиковый консилер, маскирующее средство для кожи вокруг глаз, или какой-то более темный оттенок, я нанесу сюда аппликативно и буду тушевать конусной частью бьюти-блендера в виде треугольника. Вот так. И тогда их не будет видно. Лиза, новая тональная основа сушит сильно под глазами. Ты ей пользуешься или только корректором? Я пользуюсь. У меня зона вокруг глаз очень, ну, такая спокойная. Вот она у меня, слава богу, нечувствительная. Но я могу матирующую тональную основу вот сейчас нанести, да, причем я очень быстро сейчас сделала макияж, и вот так аппликативно весь глаз перекрыть и аккуратно растушевать, то есть матирующую. Если сушит, то тогда лучше использовать или крем CC, если нет реакции на SPF, или корректор. Но корректор, Marie Claire, консилер тоже задают вопросы, что он сушит кожу под глазами и при улыбке морщинки видны. Это только при холодном климате. То есть, если вы наносите, то наносите на влажную кожу, или когда у вас какая-то база крем CC, или вы сбрызнули увлажняющим спреем, например, да, и потом аккуратненько на влажную кожу наносите и тушуете, или можно тоником. Ну вот, консилер Marie Claire, он немножко суховат, но это для такого сухого холодного климата, я думаю, что, наверное, у вас такой климат, а может и нет. Лиза, по вашему опыту, бывший Беж-3 для сияющей какому новому тону соответствует? Не знаю. Лиза, напомните, пожалуйста, какие 2 тона из новой серии тональных кремов ты рекомендовала? Ну, я там рекомендую 6 вообще, вот у меня в Ютубе есть для славянской кожи, да, я рассказываю там, когда фотосессии показывают четкий контур 2, потом для светлокожих, потому что это тоже такая проблема, вот кто прям девчонки светлые-светлые, такие славянки задают сюда вопросы, говорят, Лиза, но светлая кожа, все равно все желтое. Но есть там 2, можно подобрать, там вот этот нейтральный оттенок, он сероватый уходит, и как бы он тоже, да, неплохо смотрится. И 3 для красной кожи, кожи с покраснением. У меня сейчас N160 и беж C220. Лиза, скажи, пожалуйста, на какие зоны лица наносить прозрачную рассыпчатую пудру? Ну, теоретически, можно наносить на все лицо. Можно наносить на праймер, просто первый вариант, да, для тех, кто любит, ну, совсем вообще без макияжа ходить.
Второе, можно на все лицо перекрывать, то есть в завершении макияжа. Ну и третья, моя самая любимая техника, это бейкинг. Делается тремя способами. Техника airbrush, влажный способ нанесения, бейкинг или просто большой пушистой кистью. Не этой, а большой пушистой кистью из набора. Куда наносится прозрачная белая пудра? На нижнюю челюсть, треугольник под глазами. Эта зона называется треугольник под глазами. Вот это глаз. И также полностью вся Т-зона. То есть мы перекрываем эти участки, ждем 30-40 секунд и растушевываем в завершении макияжа. Бейкинг можно сделать еще так. Нанести на эти зоны, 30-40 секунд ждем, наносим на нерастушеванную пудру фиксатор, опять ждем 30-40 секунд и потом опять тушуем по всему лицу. То есть мы делаем рельефное лицо, перекрываем, и все неровности в виде там активных пор и так далее, кожа становится более гладкая. Это для тех, у кого поры есть. Отлично. Ну, давайте еще задавайте вопросы. Что интересно, спрашивайте про тональные основы, про крема CC. Привет, привет, девчонки. Вижу, очень многие все, кто на онлайн-обучении были из разных стран и городов. Очень рада, что вы выходите в прямые эфиры. Смотрю, что очень много новичков. Тоже новичкам всем привет. Добро пожаловать. Лиза, содержится ли в нашей базе под макияж силикон и можно наносить ее ежедневно? Ну, смотрите, по поводу составов я точно не могу говорить. Вот, например, если бы мне спросили там про 17 Radiant, вот где мы разрабатываем палитры, там я состав могу сказать. Здесь я точно не знаю, мы можем только прочитать вместе с вами, что написано на тюбике. Я думаю, что там содержится небольшое количество силикона, но допустимое. Любая тональная основа, она должна быть силиконом, но может быть и нет. Но это опять же, сейчас кто-то скажет да, кто-то нет. Это нужно звонить прямо в Марике и спрашивать, там есть силикон или нет силикона. А по поводу наносить каждый день, здесь я могу сказать 100%, что да. Почему? Потому что уходовый декор улучшает текстуру кожи, это безопасно. То есть вся уходовая декоративная косметика, она безопасна для кожи. И если косметика высокого класса, премиум, люкс, то тогда да. Я использую каждый день уже очень много лет. Привет, Вероника из Германии. Если пользоваться BH3, то можете попробовать выбрать между BH130 и BH150. Точно один из двух подойдет. Здравствуйте, всем привет. Ну, давайте еще парочку вопросов. Что еще интересно? Пока думаете, какой задать вопрос, хочу вам сказать, что скоро будет наш предновогодний марафон. Кожа Классолюкс — мировой бренд. Это мой подарок для вас, мои дорогие подписчики. У нас будет несколько видов макияжа. Точно дат еще не знаю, потому что сумасшедший плотный график, и все меняется. Вот так вот быстро. И я хочу сказать, что я постараюсь провести 7 дней подряд, может быть 5, но 5 это будет минимум. То есть готовьтесь к марафону, все задают вопросы, какую продукцию нужно, что нужно иметь, что нам заказать, чтобы какая продукция была. Давайте я марафон проведу, вы посмотрите, закажете, для своих клиентов сделайте и потом будете давать обратную связь. Этот марафон будет отличаться от других, я буду показывать на себе, но не все. То есть если я показала полностью весь макияж, тут будут какие-то определенные элементы. Лиза, скажите, с новой тональной основой будет выделяться блеск при комбинированной коже? У меня нет. И у клиентов, и где я провожу авторские курсы, вот у кого я вижу состояние кожи, вообще идеально. Конечно, новые тональные, они очень отличаются от старых. Качество нанесения абсолютно другое, способ тоже, текстура тоже. Классные, крутые продукты. Легко наносятся, легко тушуются. И вот про поводу жирного блеска вообще ничего нету. Я так поняла, что вы еще их не пробовали. Если вот все, кто смотрит, были любителями крема CC, то вы про него можете забыть на какое-то время и перейти на новые тональные основы. Это просто чудо-продукт. Точнее, сияющая тональная основа, эта зона блестит при комбинированной коже? Нет. Что если кожа комбинированная, мы наносим сияющую тональную основу в профессиональном нанесении, то тогда нет. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не знаю, был такой вопрос или нет, новая тональная основа относится к премиум или к какому классу?
Ну, здесь, смотрите, мы оцениваем по составу. Я всегда оцениваю продукцию так. Если есть 5 ингредиентов, то есть если у нас есть витамины, воски, масла, SPF и минералы, то это 100% косметика люкс и премиум класса. А здесь вот эти составы, они в принципе подтверждают, что это люкс и премиум. Я думаю, что да. Лиза, подскажите, пожалуйста, компактную пудру какой кистью лучше наносить? Вот у меня нету этой кисти, есть специальная кисть для минеральной текстуры, такая она плотная, а есть еще большая из набора, то есть тоже вот очень хорошо наносить ей. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, клиентка пользовалась тональной основой Беш-1, а из новых какой порекомендовать? Не знаю. Вы берите всю линейку и смотрите вот так на коже клиента. Ну, по-моему, в Марике есть такие таблицы, там приближенные друг к другу цвета, вы можете их подбирать. Если был Беш-1, посоветуйте N140. Я не согласна. Беш-1, он очень темный. N140 это серый. Он идет серый. То есть он нейтральный и серый. А Беш-1 уходит в желтый. Значит, какую-то желтую нужно тональную основу. Но не N. То есть тут надо в беж. Ну, возьмите беж самый первый, который есть. Он подойдет. Я забросила CC-крем, как только появилась новая тональная основа. А в новом онлайн-курсе про какие тональные основы будет идти речь? Ну, смотрите, новый онлайн-курс, он не только для консультантов Mary Kay, он предназначен вообще для всех. Просто я показываю на этой косметике, потому что это самый лучший бренд, который я применяю для своей работы. Он подходит для видео, для фото, для жизни. И там, конечно же, я работаю с новыми тональными. То есть я показываю там и на афроамериканках, и на азиатках, и на славянках, и на всех-всех-всех. 104 айвори, я даже не знаю такой цвет. Так, есть таблица от компании, да. Ну, отлично. Давайте еще парочку вопросов, что интересно. Ну, в принципе, про тональные уже, мне кажется, все спросили. Уже в директ столько было сообщений, как они вышли, я сразу рассказала. И сейчас тональные задают вопросы, но надо их просто пробовать. Надо брать, наносить и также пробовать на своих клиентах. Я опять же повторюсь, хотя бы 6, чтобы у вас было в наличии. Вот вы 6 имеете, и вы 6 этих комбинируете между собой, наносите и пробуйте на себе. Сначала на себе пробуйте, потом делайте для клиентов. Ну, отлично. Так, дорогие друзья, очень рада была с вами сегодня поделиться. Я постараюсь сохранить этот прямой эфир, не буду обещать, а то, знаете, у нас были парочку раз форс-мажоры. Вот, спасибо за вашу обратную связь. Можете сейчас быстренько еще написать 2-3 слова, что для себя интересного узнали сегодня. Рассылайте своим клиентам, рассказывайте про тональные основы, про крема CC, про рассыпчатые компактные минеральные пудры. Короче, жду от вас также вопросов, запросов.